Наступила календарная осень, а значит, скоро начнется сезонный рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями. Очень важно вовремя позаботиться о своем иммунитете, в том числе через вакцинацию против гриппа. В городском округе Щелково эту медицинскую процедуру прошли уже более 1400 взрослых и детей. Грипп опасен тем, что у него тяжелое течение, также он обостряет все имеющиеся на данный момент хронические заболевания и имеет большое количество осложнений. Например, легочные осложнения – это пневмония и бронхит. Кстати, пневмония является одним из самых весомых причин развития летального исхода от гриппа. Также возникают осложнения со стороны верхних дыхательных путей и лор-органов – это синуситы, риниты, трахеиты. Также осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы – это миокардиты и перикардиты, и со стороны нервной системы – это невралгия. Один из самых эффективных способов защититься от болезни – вовремя сделать прививку. В группу риска входят дети, пенсионеры, а также люди с хроническими заболеваниями и иммунодефицитными состояниями. Противопоказаниями служит детский возраст до 6 месяцев, также аллергия на белок куриного яйца, заболевания острой инфекции или же обострение хронического заболевания, а также начальные симптомы гриппа. Онкологические заболевания, беременность не являются противопоказанием к проведению прививки. Более того, таким людям вакцинация особенно нужна, поскольку у них повышена вероятность подхватить инфекцию и получить осложнения. Вакцинироваться от гриппа рекомендуется в период с сентября по ноябрь, до начала эпидемии. Иммунитет формируется примерно в течение 2 недель. В среднем из 100 привитых иммунитет от гриппа приобретает от 70 до 98% человек. Если заболевает человек, который сделал прививку, заболевание протекает легко и без осложнений. Также прививка от гриппа способствует возникновению дополнительного иммунитета против других респираторных вирусных заболеваний. Вакцинацию против гриппа необходимо проходить каждый год, поскольку вирус изменчив. Ее можно сделать бесплатно в медицинских учреждениях по полису обязательного медицинского страхования. Перед вакцинацией необходимо пройти осмотр у врача. На сегодняшний день доступны 2 взрослые 3-валентные вакцины Совигрипп и Флюэм и 1 детская 4-валентная вакцина Ультрикс Квадри. Пройти вакцинацию от гриппа можно в поликлиниках городских округов Щелково, Фрязино и Лосино-Петровский, а также в пунктах мобильной вакцинации. С графиком их работы можно ознакомиться, перейдя по QR-коду, который вы видите на экране. Евгения Корытько, Владислав Реус, Щелковское телевидение.